Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Ням-ням. Ням-ням. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте, это ням-ням. Здравствуй, ням-ням. Он умеет кушать. Вот пирожок, ешь, ням-ням. Ух ты! Ух ты! А можно я? Вот, вкусная! На, морковку, на! Вот, полезная! Ой, танцует! Ему нравится! Кушает! Танцуй, ням-ням, танцуй! А вот ягодка! Какая вкусная ягодка! Мы очень любим ягодки! Пирожок! Открывай ротик! Ам. Морковка! Ням-ням-ням-ням-ням! А кому большой арбуз? Ой, что это с ним? Наелся! Нехорошо ням-няму! Наверное, не надо было ням-няму есть так много сразу. А как надо? Есть нужно понемногу и не один раз в день, а четыре. Утром полезный завтрак. Я! Можно я буду кормить ням-няма завтраком? Днем сытный обед. Это я накормлю! Я люблю обедать! А вечером... Ужин! Я! Ужином я! А кто будет кормить ням-няма полдником и устраивать ему перекус, если он проголодается? Я буду! Завтрак! Обед! Полдник! Ужин! И перекус! Очень хорошо! Не грусти, ням-ням! Теперь будешь есть правильно! Малыши, а вы сами не проголодались? Ага, проголодались! Перекус! Не жадничай, ням-ням! Скоро вкусный обед! Ну, теперь я спокойна за ням-няма. Наши малыши сумеют его накормить вкусно и правильно. Здоровое питание. И орел, и куропатка, заяц, лось и муравьед никогда не пропускают завтрак, ужин и обед. Мы позавтракали, значит, день у нас удачно начат. Скоро зайчик наш поскачет оглядеть весь белый свет. Прыг, 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 прыг. Ты спроси муравьеда, что прекраснее обеда. И ответит муравьед: исключительно обед. Мы про полдник не забудем, да. Полдник очень нужен людям, и особенно малышке, что горланит по утрам. А во вечер ждет нас ужин, что в тарелке обнаружим. Будет вкусно и полезно. Ах, спасибо поварам. Ням-ням. И куроматка, заяц, лось и муравьед никогда не пропускают завтрак, ужин и обед. Папа, мама, дяди, тети, даже бородатый дед очень даже уважают завтрак, ужин и обед. С
ешь меня? Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Ой! Куда едем дальше, малыши? Туда или туда? А давайте поедем обедать. Не хочу обедать. Опять макароны? Мы уже обедали вчера. Куда же тогда поехать? Может, в магазин? А что это магазин? Магазин – это такое полезное место, где можно купить всякие продукты. В магазин хочу! Станция «Магазин». Магазин! Ух ты! Угу. Можете найти здесь овощи для салата. Огурец. Помидор. Вот. Огурец, помидор и салат. Берем. О, морковка! Морковный суп на первое. Совсем неплохо, верно, малыши? Курица и рис на второе. Очень вкусно. Смотрите-ка, у нас тут целое меню на колесах. Меню? Меню – то, из чего получается обед. Нет! Не получается! Нюшенька, мы забыли десерт. Что же делать? Ух ты! Вкусное меню! Я груша! Съешь меня! А когда у нас обед? И правда, когда? Сейчас! Поехали! Станция «Обед». Молодцы, малыши, и руки помыть не забыли. Приятного аппетита. Обед. Куда это вы идете, малыши? Скоро обед. Будем готовить. Мы с утра уже успели потрудиться, порезвиться, полениться. И теперь настало время, и теперь настало время подкрепиться. Даже строгий привереда знает самых ранних лет. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты победил. Это главное. Обед. Это главное. Обед. Так, и что же у нас сегодня на обед? На первое овощной суп. Называется «Мечта пандочки». Рыба и пюре. Во! Это на второе. И еще компот с ягодками от Нюшеньки. На десерт. Даже шустрый непоседа знает самых ранних лет. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты победил. Это главное – обед. Где б ты не был, где б ты не был, важно, чтоб ты победил. Это главное – обед. Это главное – обед. Бодрое утро. Доброе утро, барашек. Проснулся, умылся и сразу завтракать? А где же крошек с ежиком? Я не знаю. Кажется, я знаю, где их искать. Малыши, а вы почему не завтракаете? Не хотим. Мы играем с роботом. Не позавтракав, а сил-то хватит для игры? Хватит! У нас сил во сколько!
Не работает! Малыши, кажется, у вашего робота... Кончились силы! Дадим ему каши! Каши? На, ешь! У него совсем нет сил. Бедный. Ешь, пожалуйста, робот. Давай! Он не хочет кашу. Да, малыши, кашу робот не ест. Силы ему дают батарейки. Батарейки? Это батарейка. Да, ежик, это она. Нужно открыть крышку в роботе, достать старую батарейку и вставить новую. Ой! О! Ура! Что случилось, ежик? Кажется, у меня кончились силы. А у меня еще много сил! Оп, все, кончились. Нам нужны эти батарейки. Батарейки нужны роботам, крошек. А вам нужна... каша? Правильно, каша. Приятного аппетита! А можно добавки? Конечно, барашек. Каши всем хватит. Как приятно вместе позавтракать. Да, малыши? Да. Завтрак. Ёжик, какой прием пищи самый-самый важный? Завтрак. Утром загляни под куст. Там услышишь громкий хруст. Завтракать собрались. Это завтракать собрались. Ёжик, утка и мангуст. О! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чтоб бежать, лететь, катиться, надо утром подкрепиться. Быть голодным не годится зайцам и ежам. И, конечно, малышам. Малыши, а что вы любите есть на завтрак? Я блинчики. Я творожок. Я омлет. А мы кашу. Самолет, самолет отправляется в полет. И с утра в себя вливает всяко разно самолет. Чтоб с делами всеми справиться, подзаправиться. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чтоб бежать, лететь, катиться, надо утром подкрепиться. Быть голодным не годится зайцам и ежам. И, конечно, малышам. Коробочка. Я хочу кефирчик. А я печенье. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Прибежали перекусить? Какая коробочка! Как раз для перекуса. Ничего такого, пойдем. Нет, я хочу играть с этой коробочкой. Играть? Да, с барашиком. А как играть в коробочку? Очень весело! Да, барашек? Малыши, на самом деле эта коробочка... Не коробочка, это собачка! Ну да. Барашек, хочешь покормить нашу собачку? Но, собачка! Малыши, коробочка, конечно, очень похожа на собачку, но на самом деле ее берут на прогулку, чтобы... Кататься!
Это машинка, да? Машинка! Барашек, хочешь порулить? Ой! Ой! Минуточку! Поехали! Да, поехали! Перекусили? Играете? Теперь, наверное, готовы погулять. Только вот не знаю, что будет делать наш малыш, когда проголодается на прогулке. Наш малыш? Что? Хозяин коробочки. Так вот зачем коробочка, чтобы наш малыш перекусил на прогулке. Мы сейчас. Вот теперь точно можно на прогулку. С любимыми игрушками и правильным перекусом. Перекус. Пандочка, ты проголодалась? Да, я хочу перекусить. Если вдруг проголодался карапуз, 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 значит, надо делать срочно перекус. Перекус, перекус. Может, яблоко, дружок? Ням-ням-ням. Или нежный творожок? На любой найдется вкус. Перекус, перекус. На любой найдется вкус. Перекус, перекус, перекус. Что ты делаешь, пандочка? Беру холодильник на прогулку. Может, я там тоже проголодаюсь? Хорошо придумала. Но давай на прогулку возьмем коробочку поменьше. Эту? Эту. А эту коробочку соберешь? Конечно! Ты его, дружок, не делай на ходу. На ходу, да, на ходу. Надо лопать с уважением еду. Шу-би-ду, шу-би-ду. Даже яблоко, дружок, ням-ням-ням. И, конечно, творожок. На любой найдется вкус. Перекус, перекус. Лишь бы не был вдруг потом перегруз. Перегруз. Йоу. Малинки. Спасибо. Добрый день, малыши. Привет. Здравствуйте. Добрый день. А не пора ли подкрепиться? Как насчет полдника? Полдника? Да, смотрите, сколько вкусного. Как, барашек, может, брокколи? Брокколи? Я буду это. А я хочу вот это. Малина и йогурт. Вкуснотища. И я это. Эту малину. Приятного аппетита! Это тебе, а это тебе. Какие замечательные юные джентльмены. Еще тебе. И тебе. Опять тебе. Одна, две, три. Одна, две. Нет. Это твоя. Нет, твоя. Ой, чего это она расплющилась?
О, а мне нравится! Ого! Ням-ням! Да, малина с йогуртом вкуснятина. Какой вкусный получился полдник! А завтра будем есть булочки с брокколи, с творогом. Полдник. Девочки, вы ждете гостей? Мы ждем полдник. Полдник, полдник, праздник за столом. Что такое полдник? Просто дело в том, что будут булочки и плюшки, нежные ватрушки. Придвигай тарелочки, мальчики и девочки. Булочки и плюшки, нежные ватрушки, даже запеканочка. Вот спасибо, мамочка. Зеленука, ты поспал? Да. А мордочку умыл? Да. Тогда пора полничать. Ешь. Нет. Он еще маленький, сам не умеет. Зеленука, оказывается, маленький, а девочки? А девочки большие! Булочки и плюшки, нежные ватрушки, крошки в круг тарелочки. Ой, кого проделочки? Булочки и плюшки, нежные ватрушки, даже запеканочка. Вот спасибо, мамочка. Полдник, полдник, праздник за столом. Полдник, полдник, праздник за столом. Голодуша. Добрый вечер, малыши. Пришли ужинать? Тш, мы идем за сокровищами. Ого, за сокровищами? Похоже, вам и правда не до ужина. А почему вы крадетесь? Потому что... Это мои сокровища! Р-р-р! Ой, дракон Голодуша! Ой, ой, ага, все ясно. Сокровище стережет дракон, и вы его боитесь. Мы не боимся. Какой сердитый дракон. А давай его задобрим. Голодуша не хочет играть. Может, Голодуше нужны не игры, а что-нибудь другое? Дракон такой большой, а кусочек морковки такой маленький. Накормим его ужином. Спасибо! Дракон, можно нам? Ура! Поздравляю, малыши! Вы настоящие охотники за сокровищами! Эй, герои, а вы сами не хотите подкрепиться? Приятного аппетита, малыш! И тебе, Голодуша! Я теперь... Голодуша! Я объедуша! Точно!
Ужин. Малыши, а что нас ждет вечером? Что? Ужин! 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 Ужин очень нужен, нужен. Ужин нужен, ужин очень нужен, нужен. Ужин нужен. Днем мы бегаем по лужам, кружим и усердно дружим. А под вечер нужен ужин, а под вечер нужен ужин, а под вечер. Крошек, а ты почему не ужинаешь? Тарелки не хватило. Держи. Спасибо. Барашек, а как же ты? Да, наш барашек голодным не останется. Пусть нам скоро спать ложится, подкрепиться пригодится. Даже чтоб летать во сне, нужно сил тебе и мне. Ужин очень нужен, нужен. Ужин нужен, ужин очень нужен, нужен. Ужин нужен, ужин очень нужен, нужен. Ужин нужен, ужин очень нужен, нужен. Сладкий дом. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Привет! О, какой красивый домик! И вкусный! А не многовато ли сладкого, малыши? Это же угощение! Для меня, барашек и пандочки! Домик готов! Еще нужен садик! Эта стена очень вкусная! Нюшенька, может, орешков или кураги? Розы красивее! Стена сладкая! И окошко сладкое! И ступеньки! А крыша самая-самая сладкая! Барашек, но это слишком сладкое. Я же чуточку. Здесь будет садик. Ля-ля-ля, а я садик посадила. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Барашек, ты что, сломал наш домик? Нет, он сам. Я только попробовал. А чем же пандочку угощать? Садиком! Ой! Ого! Что это у вас? Ой, ничего! Все сломалось! Давай починим! Нет! Печенье кончилось! А это что? А это тоже сладости! Еще и полезные! Ура! Полезные сладости! Будем строить новый дом! Сначала стены! Потом окошки. Готово! Ай да малыши! Какой красивый, сладкий дом! И полезный! А ты, барашек, что не угощаешься? Я наелся! Наелся? Ты же только чуточку попробовал. Чуточка была слишком сладкая. Можно мне чаю? Конечно, можно! И чаю, и полезных сладостей можно. Сколько угодно. Приятного аппетита, малыши. Спасибо! Сладости. Джем, повидло и варенье. Ах, какое наслаждение! Их из вазочки хрустальной чайной ложкой зачерпнуть. Вот джем, повидло и варенье поднимают настроение. Только если есть все это понемногу.
Что ты будешь делать из этих фруктов? Сладкий салатик. Барашек, ты тоже будешь делать салатик? Нет, я уже сделал сладкую конфетку. А ты, крошек, что будешь делать из морковки? Салат или конфетку? Я ее просто так съем! Она очень сладкая! Джем, повидло и варенье, мармеладки и печенье поднимают настроение, с ними жить чуть-чуть вкусней. Да. Джем, повидло и варенье уплетайте с наслаждением, но при этом не забудьте угостить своих друзей. Силачи. Поймал. Здравствуйте, малыши. Привет, привет. Играете в жмурки, да? Ого, в жмурки. Да, потому что пьет волшебный напиток. А вот мне не нужен волшебный напиток. Я уже сильный. Вот такой. Фу, тяжело. Ты куда? Попить. Крошек, не нужно никуда идти. Чтобы утолить жажду, можно выпить волшебный напиток. Волшебная? Конечно, волшебная. Вода помогает маленькому семечку вырасти в большое-большое дерево. А малышам она помогает стать настоящими силачами. Проверим. Получилось! Я тоже хочу! Не влезет. Малыши, не нужно пить все сразу. Вода никуда не убежит. Вот поиграйте еще немного, а когда устанете, попьете. Вот уж действительно волшебный напиток – вода. И жажда утолила, и помогла нашим малышам стать настоящими силачами. Вода. Крошек, что это у тебя в кружке? Вода! Право впору удивиться, сколько сил дает водиться. Раз глоток, два глоток, стал и ты сильней чуток. Если ж выпьешь ты стакан, станешь сам как великан, великан. Мышке нужна всего капелька воды, а песику миска. А слону, наверное, целая кастрюля? Кто лакает, кто в стаканчик на.